В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов в возрасте от 9 до 12 лет из Смоленской и Калужской областей. Турнир проводился с целью патриотического воспитания молодого поколения и повышения их мастерства в единоборстве. На открытии соревнований выступили ветераны войны в Афганистане. Они пожелали ребятам успехов в спорте и победы в честных поединках. Десногорские самбисты показали хорошие результаты. Первое место заняли Иван Горный, Степан Черемушкин, Евгений Берг. Второе место – Егор Синюшенков. Третье место – Александр Яковлев. Победители и призеры турнира были награждены грамотами и кубками.